Играешь в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Загляни в эту группу по прокачке. Группа новая, поэтому здесь такие низкие цены. Прокачка доступна на ПК и на PS4. Также, если вам интересно, то у этой группы появилась прокачка на RDR 2. Ссылка в описании. А по этому промокоду вы получите бонус X2 Money на ПК или 15% скидку на PS4. Привет, народ! Или по-мужески здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я покажу крутой АФК глич на деньги. И если ты хочешь больше глич, то поставь лайк, подпишись и напиши коммент, ведь наша цель 1000 подписчиков. Думаю, это нам посильно. И кстати, меня смотрит 80% без подписки и всего 10% с подпиской. Если вам не сложно, подпишитесь на канал, и я буду больше вас радовать гличами. Итак, для самого глича нам почти ничего не понадобится, кроме дела, на которое будет ссылка в описании. Далее вы переходите по этой ссылке, отмечаете это дело, после этого заходим в саму игру. Далее открываем меню паузы, сеть, дела, отмеченные, и там выбираем выживание, которые мы отметили. Далее мы прогружаемся в лобби и выставляем все, как вам нужно. А потом просто начинаем это дело в одиночку. После того, как вы начали это дело, мы должны пройти в цилиндр, но вы можете в него не залазить. Самое главное — это зафиксировать любую кнопку любого действия вашего персонажа. К примеру, это может быть прыжок или ходьба вперед. Но в моем случае я не фиксировал никакую кнопку. Ну и если вы зафиксировали, то можете просто отойти по своим делам. Ведь суть самого выживания, что NPC будут сами себя сливать, а вы при этом ничего не будете делать. Всего тут 20 волн, и занимают они от 15 до 25 минут. За это время уже можно сделать свои дела и прийти забрать деньги, а доход с этого составляет от 30 до 50 тысяч долларов игровой валюты. Простояв так 19 волн, просто на 19 меня случайно убили, я получил 40 тысяч долларов. Этот способ фарма больше подойдет для новичков, ведь за несколько запусков на эту карту вы можете нафармить приличную сумму, на которую можно купить дом, машину или какую-нибудь недвижимость.